ля-ля-то поля. Вот это мы, значит, особенно я. Короче, сидим, ждем. Это сейчас, который ничего не нажимать. Это у нас что? Кошары. Это кошары Ростовской области. Вот, значит. Это, кстати, недалеко, относительно недалеко от Донецка. Относительно недалеко от тебя, от твоей родины, в смысле. Это километров, наверное, 600-800, где-то там, да, или меньше даже. Ну, почему не знаю. Не выключай, просто передавай мне. Потихонечку передавай мне. Вот, а это оператор Коля. Вот, он недалеко от меня живет, прям совсем недалеко, в смысле, в историческом смысле, потому что он живет в Владивостоке, бухта Тихая, вот откуда моя университетская любовь, с улицы Космонавтов, он там тоже был недалеко, а я живу в Находке. Так, привет, Канадщине там, значит, вот, и так далее. Потому что здесь, ну вот здесь нельзя сказать, что водка, икра и так далее, потому что Россия слишком большая. Царица эти слова употреблять запретила.